В Норильске мужчина с инвалидностью хотел доехать на такси до больницы, но умер по дороге. Водитель заметил это только когда авто приехало на конечную точку. Известно, что мужчина мог попасть в больницу раньше. До этого такси он вызывал еще одно, социальное. Машина приехала на вызов, но водитель почему-то отказался ехать в больницу и начал силой вытаскивать мужчину с инвалидностью из салона. Это сняли на видео очевидцы. В какой-то момент мужчина устал бороться с водителем и вышел из авто. После вызвал новое такси, но оно не успело довести его до больницы. Думал, доеду до больницы сам, не стали скорую, говорит, вызывать. И вот такие, зовут таких шакалов. Он не захотел везти, а во втором такси уже, пока его довез, второй таксист, человек умер в машине. У них был заключен договор, социальное такси. Они постоянно с такси этим ездили. Никогда, говорит, проблем не было.